Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Эпоха Магии. Так, три задания на почте, три. Так, добавить, ну ладно, хорошо, 22 уровень, конечно, так, отлично. Клановая награда 200 жетонов, хорош, прекращай ты с этим, с потерей сервера и так далее и тому подобного. Добавить, во, вот это я понимаю, вот это молодец, вот это чип дает. Так, и Ярослав, 28 уровень. Ну что же, отлично, я принял, ребят. Так, что у нас здесь, 45 энергия компании, конечно же, забираем, ребята. Энергия долины тоже забираем. И награда 20 экспы, мало, конечно, как-то, но все равно забираем, ребят. Вперед, из песни, нет, этого мы не будем пока делать. На рынке, конечно же, как же я, ребят, могу забыть, сундучок же мой заветный, елки-палки. Нет, он мне нужен, что там за такой за сигнал? О, сфера памяти, ребята, аж 10 штук. Представляете, 10 штук, это хорошо. Еще 10 экспы мы с вами заработали. У нас начинается, ребята, игра, да, с того, что мы полчаса забираем здесь всякие плюшки-ватрушки. Так, а что у нас здесь? Игра в защите. А, тут у нас, ребята, откат. Откат, потому что я до этого зашел и сделал быстренько одно вот это вот буквально задание. Слушайте, у нас что? У нас турнир скоро откроется, я так понимаю, да? Или он скоро закроется? Не пойму. Так, ну давай кого-нибудь выберем. Тут же у нас, ребята, жизни не восстанавливаются, да? Герои, как говорится, тоже не восстанавливаются. Так, ну что ж, давай. А что вы такие все сильные? Дайте мне какого-нибудь послабее. Ребят, ну так нечестно. Ну, нечестно так. Я же знаю, что у меня... Вот, может быть... Нет, не то. Не, ребят, тут какой-то форшмак идет. Я не знаю. Вот его. Ну, это все, ребята, обманчиво. Тут, как говорится... Побеждай, не побеждай. Нет, Танеда, ты не пойдешь сегодня в бой. Это я тебе говорю. Хватит, натерпелся я уже от тебя. Ой, слушайте, ребят, не будем мы, наверное, турнир записывать. Я уже как-нибудь его за кадром, наверное, сделаю, да? Сейчас пройдем по-быренькому с вами. И больше не будем, потому что... Кому это интересно? Никому. Нам нужно что? Нам нужна основная сюжетная линия. Вот что нас интересует. Так... Ну, в принципе, здесь мы расколбасим, тут понятное дело. Так, упал. Упал, все. Место на турнире на 32 пункта подросло. Спасибо, мне от этого, правда, не легче. Так, ладно, ребята, мы с вами идем совсем по другим делам. Ну, давай, прогружайся. Не стесняйся. Так, что у нас там по героям? Давайте глянем быстренько. Мы можем... Что это у нас? А, видимо, кого-то улучшить, да? Или улучшить магию. Ну, давай, хорошо, сделаем тебе вот так вот. Защитный барьер, так скажем, улучшили. Ну что, продолжаем. Какую? Светлую или темную, ребята? А? В тот раз мы играли с вами практически и там, и там, и там. Везде всего помаленьку. Теперь я думаю, что... Слушайте, мы же светлую хотели добить, да? Да, ребята, у нас 4 уровня. Давайте добьем уж этот уровень. У нас глава 12. Помощь заблудившимся во дворце героям приходит с совершенно неожиданной стороны. Да? 36 уровень, ядрёт макарёте, ребят, я не знаю. Ну, я думаю, что мне здесь Нарба, наверное, поможет. Нарба мне, ребята, здесь очень сильно поможет. Так, да хорош ты уже со своим ожиданием ответа на сервере. Так, это где это мы? Это уже внутри прям, в храме. Демоны бездны, побери эти коридоры, им нет конца. Как мы разыщем правителя гномов в этом лабиринте? Хороший вопрос ты задаешь, Роланд. Вы же без моей помощи, как слепые котята. Давайте за мной, я знаю дорогу. Вот так всегда, ребята. Откуда она все это знает? Не... Ой. А я думал, ты их сразу зажаришь. Нет, ребята. Так, слишком, по-моему, большая скорость у нас здесь.
Нифигашечки не получилось, вы представляете? Так, ну-ка, пробьем, пробили. Давай зажарим маленько их. Ать, маленько, вот именно что маленько, ребят. Атаки у нас просто детские. Ну, давай бомбанем так фаерболом. Тонета у меня стопудово сейчас упадет, наверное, рухнет. Я как в воду смотрю, ребят. И это только первый раунд у нас. Давай поставим щиты, так уж и быть. Мы что, зря качали, как говорится, да? Щиты. Давай еще фаербол. Пэнь. Так, просто рубанем. Ой, Тонедо, Тонедо, какой же ты слабый, а? А вы говорите, ребята, звезды собирай. Где же я соберу эти звезды, блин, на это вот? Да и Тонедо, честно говоря, не хочу звезды на него собирать. Вот был бы какой-нибудь другой персонаж, возможно, да, но только не он. Так, здесь нам нужно вот так сделать, ребята. Опс. Не будем, как говорится, тут терепунькаться. Так, ага, здесь вот эти вот охламоны. Их надо ликвидировать, ребята. Так, что же нам делать дальше? Этих... Не, давай вот этого, наверное. Он слишком злобно выглядит. Пробьем, интересно, ледяшкой? Должны, да, должны. Сразу же его подбили, отлично. Одним, как говорится, меньше. Одним меньше, нам спокойней. Так, опс. Роланд, Роланд, что ж ты не смог добить-то этого хламона? Я боюсь, он сейчас... Ой, ой. А нет, смотри-ка, все... Пока все хорошо. Уклонение? Тонедо, ты меня удивляешь, роднуля. Как это ты два раза уклонился? Это что-то нечто, ребята. Что, все спят? Все спят, ребята. Пока они все спят, мы их будем под шумок бомбить. Да, Тонедо, из тебя бомбильщик. Как из меня балерина, ё-моё, а. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давай масухой. Жмяк. Ты посмотри-ка, эти охламоны выдержали? Бирюльки так. Да подожди ты, я просто показал. Ну, правильно, Архана, зажарили мы этого. Ну что, остался у нас здесь один амбал. Крепыш, так скажем. Ну, е. Ребят, на 3 звезды. Удивительно. Но это, конечно, все благодаря Нарви. Без его помощи, конечно, не видать мне этих 3 звезд. И я вообще, наверное, на первом уровне, скорее всего, на первом раунде слег бы просто-напросто. Меня просто там пинали бы ногами и все. Ну что же, а мы с вами переходим вот сюда. И тут, как видим, тоже 38 уровень уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Сложно становится-то как. Очень сложно, ребята. Ну, а здесь, я думаю, нам поможет Рудик. Да, ребята, Рудик, Нарба. Мы сейчас всех своих самых лучших бойцов потратим. А дальше-то как? Как дальше-то идти? Как? Что тебе надо? Что там подсматриваешь? Кто здесь? Покажись! Зря ты тогда в болотах проклятого Орехона встал между мной и моей добычей. Помнишь, маг? Роланд и его спутники умрут сегодня, да исполнится воля старца под горой. Да? Ну ладно, будь по-вашему, пускай якобы исполнится ваша воля под горой там. Посмотрим, дайте только Рудику дожить до его хода и все, ребят. Так, мы будем с вами атаковать вот этих вот, ребят. Опс, минус. Так, пробьешь, нет? Наверное, не по... А, нет, арбалетчик упал, это хорошо, ребят. Так, не надо никаких тут меток мне ставить. Не надо метки ставить, хорошо? Усек? Уклонение. Уклонение, ребята. Это уму, блин, непостижимо. Ладно, давай попробуем. А это он на себя, что ли, провокацию поставил? Вот же говнюк, а. Ну-ка. Вот так вот, чтобы не выеживался. Да. Рудик-то здесь отработает по полной программе, я ничего не говорю, но как дальше-то нам быть? Тонедо, Тонедо, ах ты, Тонедочка, сейчас тебе тут, по-моему, шваркнут. Я не буду даже хил тратить на тебя, потому что знаю прекрасно, что тебя шлепнут. Так. Ну это вообще, это никуда не годится, ребят. Что это за дела-то? Давай вот так вот поставим. Ага. Не тут-то было, захотел.
Да, ребят, нам нужно его ликвидировать как можно быстрее. И еще при этом нужно подхилиться. Давайте хильнемся. И добьем. Так, нормуль. Раунд 2. Поехали. В конце, я так понимаю, будет Кага, да? Стопудово будет он. Поэтому надо нам суперудар оставить именно на него. Я имею в виду суперудар от Рудика. От Ангрима. Ну, в общем, вы поняли. Так, поехали. Так, что за дела? Давай прожаривать. Отлично, хорошо пошло. Слушайте, я думаю, наверное, мы сделаем вот так вот. Ага. Может быть, конечно, зря сделал я это. Черт бы его побрал, а. Было, конечно, у меня, ребят, желание. Только не надо, чтобы этот еще тут делал свой круговой удар, а. Не надо мне, пожалуйста. Давай без этого, без приключений. Так, вот этого мы колбаснем. Нормуль. Так, пробьем, не пробьем, не знаю, ребят. Давайте так попробуем. Опс, он уклонился, он уклонился. Так, Тонеду я не буду резать сейчас. Нету в этом смысла, ребят. Так, Роланд, держись. Ты не падай, главное, мне. Я еще Тонеду могу еще как бы рисануть, и все будет хорошо у нас. Но вот... Да куда ж... Руди, Руди, я же вот этого хотел, ё-моё. Как-то, блин, черт подери. Ну ладно, здесь получит он свое. Все, ребята, сейчас как только... У нас кто? У нас как последовательность вообще идет? Вот он, этот хмырь, вот он, Кага. Значит, мы делаем так. Резаем. Зря, наверное, я его прямо сейчас рисанул. Попробую Кага сейчас в захват. Отлично. И делаем вот этот удар. Не понял. Если честно, я не ожидал, что вот эти вот выживут. Вот честно вам скажу, я не ожидал этого. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, наверное... Так, давай попробуем щиты поставить. Так, этот хиляется. Ладно, хорошо, пускай хиляется. Мы сейчас будем... Ну, в принципе, Рудя пробьет. Пробьет его, тут как... К бабке не ходи, как говорится, он его... Сейчас просто бомбанет. Так, теперь остался вот этот хмыреныч. Я просто хочу, ребят, на 3 звезды пройти. Если честно, хочу на 3 звезды. Так. Давай, Белара. Ну, Белара вообще никакой урон наносит, конечно. Вообще никакущий. Так. Про Тонеду я вообще молчу. Детский сад действительно какой-то тут пляшет. И добивает Рудик. Все, отлично, ребята. Здесь прошли. Но больше у меня нет таких сильных героев, которые были бы 60-х уровней. И, соответственно, мне делать дальше там, пожалуй, нечего. А что же тогда будем делать? За темных играть? Ну, у темных тоже мы там с вами довольно хорошо так встряли. 3 звезды, всего лишь 2 уровня, ребята, осталось. 33. Епарсете. Я гляну, если у меня нет, ребята, хороших воинов, то даже заморачиваться не будем. Вижу 44-е, 46-е. Вижу Цуну у Лешего полтинничек. Ну, очень много харгримов у нас здесь. Также Вилундар. Но я думаю, что это не для светлых уже. Это уже, скорее всего, ребята, у нас пойдут для темных. Наверное, нам придется перейти или за темных, либо Долина Сокровищ. У нас есть вот вариант, как Долина Сокровищ еще поюзать. Так, посмотрим, какие тут уровни. Да, вот как раз вот здесь вполне, вполне даже можем с вами потусоваться маленько. Глава 5. Это у нас наследие совета. Глава 5. Двигаться вперед все сложнее, но назад и пути нет. Все, ребята, поехали. Назад и пути нет у нас, значит, нам только вперед. Поэтому берем с вами мы Егора. Харгрим, гном-целитель, 49 уровень. Я думаю, что здесь он очень хорошо должен сыграть. Тонеду я, наверное, уберу. Я возьму Белару. Да, мы сделаем так. Такую рокировку. Потому что, я не знаю, на Тонеду почему-то постоянно наезжают все. На Белару не так прыгают, как на Тонеду. Так, ну что, у нас раунд 1. Ребят, мы это здесь будем, наверное, проходить с вами на автобое, на 4-й скорости. Чтобы все это как можно быстрее нам пройти. Ой, по-моему, я зря так сделал. По-моему, я зря так сделал, потому что я думал, что будет все намного проще. Ну, нифига подобного.
Что? Блин, да елки-палки, хотел в тобой убрать. Придется, нет, своими, ребята, ручонками придется бомбить. Отлично. Так, о-хо-хо-хо-хо. Вот этих надо, ребята, уничтожать. Шаманов, которые приносят себя в жертву. Да подожди ты, это я знаю, что у них там есть. Не надо мне показывать лишний раз. Так, ну-ка. Ну, в принципе, неплохой урон. В принципе, неплохой. Роланд, конечно, здесь слабоват будет, но... Тем не менее, ребят. Ага, вот они, значит, как бомбят. Понятно, будем знать. Вот это, конечно, было больно. И зря ты это сделал, конечно, шаман. Тебе не кажется? Тебе не кажется, что ты вообще потерял просто-напросто страх? Вот так вот, минус. А эти, смотрите, эти встают в стоечку. Мы хильнемся. Мне не нравится, что они вот эту стойку приняли. Наверное, атаковать собираются. А ну-ка, спать. А мы в этот момент вот этого бомбанем. А, хорошо-то как. Егорушка работает. Работает у нас Егор. Так. И... Слабо-слабо это будет. Ну-ка, пронзим. Ну все, добиваем его, короче, ребята. Нечего он там прикрываться своими лапами. И третий раунд у нас здесь. Кто? Кто? Я вижу у нас... Эх, ё-моё. Тут и арбалетчики противные у нас. И... Опачки. Вот это новость. Не... О, нормуль. Так, давай, наверное, мы... я даже не знаю. Ну, давай второго арбалетчика попробуем снести. Успеем, не успеем, не знаю, ребят. Не уверен почему-то, блин. Ну, постараться надо. Твою дивизию. Нет, по-моему, не получится. Ага. Что это он сделал там? Усиление атаки? Да, он сделал усиление атаки, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай попробуем спастись как-нибудь так. Так, этот недоступен. Давай он того. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, больно. Рогар, ты, главное, держись у меня. Не падай раньше времени. Вообще-то я хотел того добить. Упадет. Он упадет. Он упал, уже упал, ребят. Ладно, я думаю, что рисану его, вот когда мы вот здесь вот разберемся. Вот с этой ящерицей. С этим кобальдом. Я... Главное, чтобы больше никого не уронили, и все будет у нас нормуль. Вот это я, по-моему, зря сделал. Так, я, по-моему... А, нет, все хорошо, все под контролем, ребят. Так, давай его встан. Вот так вот мы с вами сделаем. Ой, рисануть. Рисануть-то не получится, ребята. Откат на 3 хода. Интересно, а когда это я успел потратить рез? И на кого? Не было такого. Чего они свистят-то мне? Хорошо, ладно, ребята. Так-так-так прошли. Видишь, да? Ни одного, как говорится, колбасят, так другого. Как ни крути, хоть один из них, ну, упадет. Ух ты! Смотрите-ка, Белара. Ой, Белара. Ну да, Белара, да, у нас карточка на нее. Угу, осколок. 36 уровни противники. Соответственно, нам нужно взять... А давай-ка возьмем, наверное, Цуну. Цуна — это зверолюди. Она относится именно к ним. Ну, оно и понятно, у нее вроде бы как и человек, и что-то есть от белочки. Так, ладно. Давай попробуем на автобой сыграть. Отлично. Так, хорошо, щиты. Зачем ты делаешь провокацию, блин? Не знаю, ребят, зачем он это сделал. Так, а вот это хорошо, Цуна, ты сделала. Пробили, пробили мы, ребята, этого хила. Оп, вот это мне больше всего нравится у Цуны, что она может контрить. И это очень хорошо. Причем контрудар у нее вообще великолепный. Но это, ребята, были сосунки 30 уровня, поэтому обольщаться-то не стоит. Там потом пойдут 36 уровни. Вот там уже будет... Странно, как у меня здесь персонажи бьют. Вы заметили, да? В разнобой... Оу, даже Цуна получает урон. Причем довольно неплохой.
Так, ладно, я надеюсь, что мы все-таки здесь сможем одолеть. Ну-ка. Макрови, ты достал уже? Ой. Ну-ну-ну-ну. Молодец, Цуна, молодец. Так, остался один Макрови у нас, и потом там уже будут элитные монстры. Это у нас раунд 3, переходим, смотрим. Кто у нас тут элитный? Ага, вот этот чувак в маске, плюс вот эта вот амазонка, или как ее там величать, я даже не знаю, ребят. Так. А вот это, наверное, было зря. Опа, нифига он там сделал. В невидимость всех, что ли? Зашибись, блин. Ну ладно, посмотрим, как у нас тут. Ага, молодец, молодец, Суна делает. Так, щиты подняли. Не получилось у тебя, да? Гном, обид. Рохана, не падай, пожалуйста, а. Упала. Упала она. Да, хотел, как говорится, и Рогар упал, ребята. Да. Как вот этот вот гаденыш меня бесит, а? Каменный-то, камнями управляет, который. Со своим землетрясением и всякой прочей ерундой. Опс, в Цуну. Промазал. Так, ну что, давай попробуем, ребят, я не знаю. Блок. Нифига не получилось. Сейчас и Шаразара, по-моему, они мне завалят, ребят. Что-то вот чувствуется мне. Так. Добиваем? Нет, ребят, пока не добили. Ну, Цуна, ты будешь чем делать? Во, отлично. Отлично, но отлично в плане того, что мы прошли все-таки этот уровень. А плохо то, что, ребята, не на 3 звезды. Соответственно, я пофармить его не смогу. Я думал, можно будет карточки пофармить на Белару. Но, как понимаете, нет. Не дано. А хотелось бы. А вот это что у нас такое, ребята? Это... Погодите, а вот здесь мы с вами можем... Да, мы можем с вами получать метателя топоров орехонского. Карточки. На него мы получаем, да? А кто же тогда вот это вот у нас? Ха. Слушайте, на Белару по любасику надо будет пройти на 3 звезды, чтобы этот уровень можно было бы потом профармить и чтобы заработать карточки. Так, здесь, вот здесь вот практически нам никто не нужен. Не особо тут демоны, тут у нас кобальды. Как бы мне не особо интересует. Танеда здесь, ну это фиг с ним. А здесь тоже у нас демоны. Копейщики орехонские. Ну, не то. Вот я хочу вот посмотреть, что вот это вот за чудик такой. Ну это, я так понимаю, это тоже у нас из нежити. В общем, Белару надо Белару нужно по любасику, ребята, проходить, потому что я, наверное, все-таки хочу ее по рангу поднять. И надо постараться. Так, что у нас здесь? Так, ну-ка, Рогар, что у тебя там? Ага. Провокацию. А есть ли смысл увеличивать? Нет, ребята. Вот это вот, наверное, есть. Непонятно, вот сколько у нас прибавляется. Ну, смотри. Нифига не понятно. Сколько чего там прибавилось? Отлично. А могу я, например... Вот так вот. Могу. Могу рисануть. Хил ей улучшить, ребят. Пускай будет так. И еще тоже уровень она получает. 32-й. 32-й левел, да? Так. И получается, что все. Задание 15 опыта. Сколько мне еще тут до опыта? Непонятно. Сколько нужно-то? Вижу, что маленько, а сколько именно, непонятно. Так, ну что, поехали тогда за темных, ребят, попробуем. У нас вроде бы еще есть, как говорится, порох в пороховницах. 34-й уровень здесь. Путь мертвых. Глава 2. Орехон не место для живых, и он неприветливо их встречает. Конечно, неприветливо, ё-моё.
Берем, ребят, с вами. Блин, вот дело в том, что понижите у меня не особо такие сильные ребята тут. Даже не знаю. 41-й, 38-й, полтинник. Полтинник. Ну, Саурон, ну, я не знаю, ну... Давай вначале вот домового возьмем. В помощь нам. Надеюсь, справимся. Потом надо будет за кадром, конечно, немножечко пораскачивать своих игроков, героев. Почему маг решил отправиться именно сюда? Какая цель ведет его? Карр. Рано или поздно мы узнаем это, Харир. Конечно, узнаете. Обязательно узнаете. Так, ну-ка попробуем. Оп. Ну они крепкие для нас, крепкие, ребят, я не знаю. Конечно, буду пытаться, но... Тут потери за потери, наверное, будет. Так, копейщик. Копейщик, да? Опс. Почти, почти, давай, ага. Он там сам подох. От отравления, видимо. Кровотечение мы вешаем. И он погиб. Ну, давай. Добиваем. Так, раунд 2, погнали. Так, кто у нас тут? Копейщики противные, ну-ка. Они крепкие еще при этом, ребят. Ну, давай так. Ой, не получилось. Ну, а если мы так сделаем? Хорошо, давай попробуем атаковать. Это мы понизили, ребята, атаку. Это мы понизили атаку. Так, добьешь? Нет, не добил. Тогда этот добьет, наверное, да? Добил, малютка. Так, у нас еще один охламон здесь остался. Давай его. Оп, спрощи. Добили. Так, третья волна, ребята, у нас. И, ну, тут, блин, тут жертвенников много. Давай-ка вот так попробуем мух. Мухи. Было бы хорошо, если бы вот эти вот мухи жалили еще их как-то, я не знаю, да, чтобы кто-то урон получали, а не просто мы им снизили атаку. Давай добьем. Одного надо добить по-любасику, ребят. Так, и вот этого шамана тоже добить надо. Ай, не получилось, к сожалению. Да, этот кобальт трупец, ребята. Я даже этому не удивлен. Обалдеть он, да, ребята, восстанавливает себе жизни. Просто все. А этот еще и танка врубил. Провокацию, да, гаденыш. Ну ладно. Так, давай добиваем его. И жарим. Так, хорошо. Так, вон того надо, ребята, ликвидировать. Ну и остался этот шаман, шаман крови. Давай его быстренько разберем сейчас ударом этим. Бум. Так-то он сам по себе ватный. Единственное, что он отхиливает неплохо. Наградочки. Хорошо, отлично, спасибо вам большое. Дальше двигаемся. Так, у нас сколько там юнитов-то хватает, нет? По-моему, не хватает. У нас один только лишь большой юнит остался. Это 45 уровня. Глава 3. Шаразара ждет удивительная встреча в самом сердце проклятых болот. Цуна. Цуна, ребята, будет здесь. Ёпарасоте. Ну и чё, и как? Против Цуны кого мы возьмем? Блин. Саурона. Ну а нам, у нас нет выбора, ребят. Берем его. Кровавый жрец. Поехали. Не знаю, как мы будем с Цуной с этой драться сейчас. Она со своим йо-йо там балуется. Блин, ну эта вот картина, конечно, меня вообще омрачает, ребят, да? Идешь в болото такое, да, и тут еще мертвяки такие, там, копошатся. Картинка не из лучших.
Ух ты, настоящий подменыш. Эй, эй, а можешь в меня превратиться? Ну, пожалуйста. Подменыш. Лиса? Что, табор забыл в проклятой топе? Ой, ну какой же ты скучный. Стоять, мы еще не закончили разговор. Ха-ха, да, лучше бы ты ее отпустил, блин. Я лично не имею никакого желания с ней разговаривать. Так, хоп. Жарим. Так, давай-ка. Да, давай добьем его. Так, а здесь в стойке свои поганые встали, да? Так, я забыл, что это у нас. А, это просто атака, отлично. Стоит стойка, у него повышенная защита, ребят. Так, добьем. Хорошо получилось. Так, раунд 2 у нас. Раунд 2. Резерв, как говорится, еще есть. Есть, ребята. Как говорится, до встречи с Цуной. А сможем ли мы ее вообще победить? Вот у меня уже какой закрадывается вопросик, ребята, в голове. Так, в стойку, в стойку. Ой, ну это как всегда, этот ханыга. Это, знаете, это Танедо 2, елки-палки. Так, давай. Уничтожаем. И... А тут в любого стреляй, не стреляй, ребята. Они все равно вам по стойкам встали. Так, вы жреца-то мне не трогайте. Хламоны. Давай. Так, пробьем. Пробили. Отлично, ребята. Пробьешь? Ну, почти, почти пробило. Эть, ёпарасоте, блин. Кобальда убили. Ну, давай, Цуна, блин. Прежде чем с Цуной драться, нам нужно вот этого убрать с поля боя. Он нам здесь не нужен. Хиллер этот. Хиллер-травильщик. Да-да-да-да-да, я понял тебя, Цуна. Опс. Нормуль, да так? Все. Минус демон, ребята, минус демон. Она провокацию на себя еще поставила. Вот чем плохо, ребята. Опс, опс. Да, ребята. Вы понимаете, да, к чему я клоню? По-моему, не пройдем мы. Офигеть, почему так сложно за темных-то играть, а? Твою же маковку. Кого бомбануть-то? Я даже не знаю, ребят. Ну давай вот этого попробуем. Ой, Цуна жарит. Наверное, не... Да, ребят, не смогли, к сожалению. Слишком слабенький мы здесь. Это, наверное, специально, кстати, делаю для того, чтобы мы как можно дальше и сильнее становились за светлую. Ну, когда за светлую компанию проходишь, чтоб там вначале укрепились. А хотя нет, подожди, какой смысл там? Там-то у нас совсем другие персонажи. Это здесь у нас кобальды и демоны, поэтому... Не знаю, ребят, какие у вас будут догадки? Можете писать в комментариях. Так, ну что? У нас с вами есть сферы, да? И я думаю, что... Да иди ты в пекло. Мне не это нужно. Да ё-моё, не рынок мне нужен. Я хотел что сделать-то? Где у нас карточки? На героике, да, получается? Или нет? По крайней мере, вот здесь вот. Смотрим. На героике. Вот у нас Белара. Попробуем с вами, ну, так вот, две. Получим, нет? Обалдеть. То есть, шанс выпадения... Что такое? Зачем? Шанс выпадения минимальный получается, так? Ну давай еще две. Одна только лишь карточка. Одна, ребята, карточка. Ёпарасоте.
А их нужно сколько там у меня? Я уже забыл, сколько нужно карточек-то для того, чтобы Белару можно было бы апнуть. А здесь у нас на героике вообще ничего нет еще. Да и то здесь только нежить. Этот мы еще с вами не прошли. Но я думаю, что на героике там делать нечего. В общем, получается у нас так, что на героике я должен хотя бы маленько проапать Рогара и Белару. Я Танеду не хочу, ребята, вот честно говорю. Этих тоже хламонов, блин. Не знаю. Но фикус, фикус там. А почему я больше не могу, ребята? Всего три попытки, что ли, мне дается, да? Ну-ка. Один. Один всего лишь. Одна карточка дали. Как-то, как-то странно все это. Купить. Нет, я не буду, ребята, тратить. А, у меня энергия здесь закончилась. Все, я понял. Ну, такими темпами... Что я могу сказать, ребята? Я буду очень долго копить себе на звездочки. Так, Белара. Давай мы тебе... Что там такое? Создать. Создаем, надеваем. Все, как-то так. Пока, ребят. На Рогаре. Так, Танеда. Ну, блин, ладно, фиг с ним, давай. Его маленечко улучшим. Так. Задание. Три задания, что ли, выполнено? Так, смотрим, что тут такого. Я не вижу. А, вот, вот здесь можем что-то надеть. Так, замечательно. Тренировать. До 32 уровня. Отлично. И кому еще? Все, вроде бы больше никому, да? Так, смотрим, у нас на Харане нужно что? Где вот это вот взять нам? Так, найти. За 8 голды можно на рынке взять, да? По 4 штучки. Можно вот здесь вот. В битве. А, у нас энергии нету. Ну что ж тогда, друзья. Тогда будем на этом закругляться. Уже не знаю, когда мы с вами встретимся. Может быть, когда я маленько за кадром поиграю. Хоть немножечко понабиваю карточек. И так далее. Тут еще, кстати, уже уровень, ребята, не за горами. Буквально тут дунуть осталось. Может быть, даже вот сейчас и получим уровень. Да. Как раз нам дали еще кое-чего. Собираем 100 опыта. Тут собираем все это. И увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.